Друзья, известный российский телеведущий Андрей Малахов сообщил сегодня рано утром в своем телеграм-канале об этой печальной трагедии. Сейчас все звезды российского шоу-бизнеса переживают за это. Оказывается, сегодня ночью под колеса автомобиля недалеко от своего дома попал известный российский телеведущий Павел Лобков. Как это все происходило, сейчас выясняют сотрудники полиции. Также есть информация о том, что водитель, который совершил наезд на телеведущего, скрылся с места происшествия. Это все зафиксировала камера видеонаблюдения. Сотрудники полиции уже изъяли видеозапись, ведется следствие. Сам же телеведущий находится в больнице с серьезной травмой головы и руки. Будем надеяться на то, что с ним все будет хорошо, и медики окажут ему своевременную медицинскую помощь. Оставайтесь, друзья, с нами, смотрите наши новости и не переключайтесь. Спасибо вам за всю вашу поддержку, которую вы нам оказываете.